к лестнице на второй этаж с забежными ступеньками. И опять же, по технологии ЛСТК, лестница была смонтирована 7 дней назад, обшита фанерой. То есть сейчас я по ней пройдусь, покажу вам особенности данной конструкции. Хочу сказать, что по себестоимости данная лестница выходит в 2 раза дешевле, чем деревянные либо металлические аналоги, которые либо готовые лестницы, которые продаются в сетевых строительных магазинах. Спальня там тоже. Сюда надо разъехать. Я думаю, что когда ты уже работаешь, металлоемкость данной лестницы составляет порядка 130 килограмм. Какой-нибудь найдется там умный или нет? Сейчас же все сейчас.